В России продолжается глобальная зачистка коррупционеров. Так, на этой неделе Федеральная служба безопасности в Ивановской области возбудила уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег. Как выяснилось следствие, чиновники обеспечили коммерческой компании преимущественное право на заключение 22 контрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступивших бюджетных денег и делили их между собой. На текущий момент проходят обыски и выявление всех причастных лиц. Также сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета по Белгородской области задержались с поличным при факте передачи взятки заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром» газораспределения Белграда Александра Белоусова. Его подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей за лоббирование интересов определенной коммерческой компании. Белоусов свою вину признал и активно сотрудничает со следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Новости о задержании коррупционера пришли из Саранска. Там задержан гендиректор одной из крупнейших компаний застройщиков республики – Мордовской ипотечной корпорации. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении руководителя возбуждено по части 6 статья 290 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя 2 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по республике Мордовии об аресте обвиняемого. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с произволом чиновников, несправедливостью или нарушением законов, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактным телефонам.